Так, ну можно и заглянуть, посмотреть, что здесь есть. Половина зелий разрушена, походу. Нефть. Невидиум. Замораживающая жидкость, берсеркиум, порох, радиоактивное вещество, феромон, невидиум, телепорт. Так, ну давайте телепортиум возьмем. Бомба, не укатись. Окей. Жезл с дисковыми снарядами. Нормальная тема. Задержка 0. Чуваки, это выглядит очень сурово. Я не знаю, что здесь намешано. Luminous Drill Vistimer. 0.03. 0.25. Манны до хрена. 4 емкости. Так, берсеркиум. Не понял. Это было совсем не то, что я хотел сделать. Так, окей. Выкладываем весь скал, который нам пока что не пригодится. Вот тут можно почекать. Ничего себе звук какой. Это жестко, это очень жестко. Чё? Wait, what? Сундук? О, стойкость к рукопашной. Мы можем взять иммунитет к рукопашной и дракона убить? Пробу, бля. Это очень странно, откуда здесь сундук просто был? What the fuck, я такое впервые вижу. Окей, ну пока что будем пользоваться циркулярками. Это самая стабильная тема. Самая сильная, к тому же. Опа-на, thank you. 209. О-о-о-о-о, хорошо. Вот, это смачно. Не, все, регенит, нормально, все хорошо. Кто-то только что пустил ядерную бомбу. Окей, это жезл с ядерным оружием. Надо бы взять. О, здесь есть щит. Энергощит, найс. Большим довольно выглядит. О, да, экстра перк. Так, ну берем 100% это самая важная тема ever. Важнее этого дерьма нет ничего, пожалуй, в игре. Ну пустите меня. Наконец-то, мое, собираю. О, нет. Окей, чувак, это была твоя ошибка. Нифига с него насыпало, кстати. Бриллиант это. Вот в этой локе было бы хорошо найти черную дыру. И, в принципе, мы уже чувствуем себя неплохо. Мы чувствуем себя комфортно. Что-то копает, какой-то червь, походу, здесь неподалеку, что ли. А-а, а-а. Чего, погоди. Ядрить. Ядрить. Жесткая тема. А че, минус вся мана? А сколько он? 50 расходует. Второй убрать шар? Ну, кстати, да, так получше. Ай. Пробил. Рущая молния. Отлично подходит для шахтерских работ. Так, вот это можно выкинуть нахрен. What face? Слушайте, тут походу еще что ли ядерка или что это?
Еще одна ядерка, Pox Champion. Вот это да, черт побери, как мне везет на это дерьмо. Господи, ну, походу, у нас все варианты отпадают. Исследование, мы идем вниз хилиться. Фух, жесть, но я пережил. Я пережил, чуваки, ядерную бомбу. У меня осталось 18 хп. Мамма мия, блин, опять этот перк, который позволяет... Слушайте, надо брать, надо, наверное, брать его и возвращаться каким-то образом. Но как мы вернемся, правда? А, этот перк просто увеличивает ОЗ. Это не тот перк. Ничего не буду покупать. Сколько у нас? 419 стало. Тихо. Не падать, не падать, не падать духом. Сколько ты наносишь, чел? Ты что такой агрессивный? Ты что такой агрессивный, не понял? Так, чуваки, вот это уже не круто. Варлорд пришел. О! Он станет меня, я не могу летать нормально. Лови. Да, что вы творите? Что за демоны? Так, лежать. Лежать на... Порой просто хп улетают так внезапно в этой игре. Вот что сейчас меня сдамажило? Какой-то лазер боли, вот эта пушка. Не хочу сражаться с ней. Крови так много на этом этаже сейчас. Это самый, наверное, кровавый этаж. Тихо. Так, ща полыхнет. Чел, вот только не говори, что это еще одна ядерная бомба, пожалуйста. Не говори, что у тебя в кармашке сейчас ядерка. О, это то, что мне нужно, кстати. Хороший спелл. Только он агрессивен очень. Ядрить, куда я вообще попал? Фук! Да откуда вы лезете и лезете? Шестьдесят восемь, боже мой. Так, давайте пока переставим. Лечи, 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 бро. Все, хиль. Там внизу агрессивный мужик с жезлом. Очень агрессивный. Так, давай более... Не сдохни! Давай один на один, мужик, выходи. Твою мать, у него даже рикошет работает. И как жить? И как жить? Так, ну-ка. Блин, хорошая тема, очень качественная. А если сделать еще вот так, то это будет просто миниган боли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте я пока сюда, что ли, поставлю эту штуку. Погоди, это хиллеры? Я подготовлю немного базу себе. Баллон, ты же не взорвешься теперь? Фух. Окей, осталась пусечка. Вроде как, если там больше никого нет. Пусечка. Сюда, мужик.
Фак, какой-то негодяй идет. Так, пусечка. Вот каждый раз какой-то засранец мешает нашему свиданию. Эй, мужик, не уходи, я убил его. Давай сюда. Я даже подготовлю берсеркиум, чтобы ты меня лучше хилил. Ладно, давайте попробуем палить. Он дожит. О. А его нельзя, походу, палить, чуваки. А, не можно. Так, пошел отхил. Ты что творишь? Ну, портал, кстати, был прямо здесь, по сути, уже. И здесь еще... Это что такое? Summon Egg? И здесь еще продается ядерное оружие целое, дополнительное. И этот перк еще, чуваки. Блин, я бы вообще все эти перки взял. Здесь такая хорошая перковая комбинация, посмотрите. Самоочищающаяся накидка, невидимость. О, господи, такую имбубу можно было бы собрать, если бы все это взять. Это просто был бы нереальный забег. Ну, давайте хп возьмем. Странно, я не помню, чтобы в джунглях хп были. Вообще, кстати говоря, может быть, это тот момент, когда стоит попробовать еще раз убить дракона. Если в него кинуть ядерную бомбу. Но это можно, но как задоджить самому ядерную бомбу? Так, наша задача здесь как можно больше найти хп-апов. О, ядрить. Так, чувак, что ты мне принес? Варлорд идет. Ого. Очень красивый жезл. Едри, чего? Всегда накладывает кислотный след. Это прям супер рядом, прямо сбоку, вот здесь, справа. What the fuck? Damage field surrounds the projectile with a damaging energy field. О, ямочки. Помести Godhead перед крестом. Хорошо, окей. Даже если это типа неэффективно, то так лучше видно радиус взрыва, в принципе. Радиус опасности. Хедрить, на самом деле, что-то жестко. Сколько урона! Да это что за имба, чуваки? Что это мы сделали вообще? Вы видали там сколько чисел? Там миллиард пятерочек. Wait, what? Я разозлил богов? Это вы разозлили богов, не я. Так, ну ладно, спускаемся вниз. Щедрить, что-то странно было. Хилимся. Wait, what? Леща ты... По-моему, и нет. Взрывоустойчивость. Наверное, взрывоустойчивость самая хорошая здесь, да?
Так, в каком посохе у меня ядерка? Вот в этом. А, ну вот. Так, пьем. Ну все, готовы. Да во славу империи. Так. Призываем дракона. А, ядерку и валим нахрен. Ему насрать! Его сын пришел! Ты где? Господи Иисус. О, нет, падение. Это плохо. Чуть-чуть, давай, дракон! Иди сюда! Лежать на месте, мать твою, дракончик, черт побери. Слушайте, ну ядерка не оправдала себя. Не оправдала. Ему просто насрать на ядерку было, на взрыв. 8 слотов, 4 сразу спелла. Очень хороший, на самом деле, жезл. Тут 5 молний стоит.